Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзор на очередную мглу. Это будет не землеройка, не Фобос, не Зефирка, не Валавала, не Creation, а будет Огник. Почему Огник? Многие просили, многие до сих пор спрашивают, многие без доната уже подходят к тому, что они рано или поздно его соберут, и мы будем с вами сегодня говорить именно об этом герое. Можно его получить за минимум доната 10 баксов на английском, либо играть на русском сервере, ждать по месяцу, когда же его завезут в магазин, его так и не завозят. То есть непонятно почему. В общем, неважно. У меня есть два огника, как видите. Один собран вот так, второй собран вот так. Вот это чисто для фарма. Талант смотрителя любой, там зеленый, желтый либо красный, это таланты смотрителя, они будут подходить под любого архидемона. Плюс эмблема раскола, и он у вас будет дамажить. Есть альтернатива уже огнику, я его уже так в принципе не использую. Это космо, который немножко универсальнее, чем огник, потому что у него кулдаун и скилл его паралича работает намного дольше. Вариант с берсом второй, это для смотрителя, которого я тестирую, то есть это для него. Тоже опять же плюс раскол. Вот такой вариант. В снаряде ставите там на архидемона приспешника, который работает от атаки, и будете набивать топовый результат. Это такой вариант. Такая сборка, это чисто для фарма. То есть можете посмотреть там плейлист архидемоны, плейлист там смотрителя и прочее, где я фармлю локации, показываю разные варианты сборок, что они к чему приведут. Второй вариант, это больше PvP-шный. Здесь у меня, как видите, есть Playdance. Тестировал я с танцем лезвий, или как там он называется. В общем, на русском сервере я уже давно не играю, не вникаю в таланты. В чем суть? Увеличивается за счет уклонения, увеличивается атака и уклонение плюс отхил. Он подходит этому герою очень даже хорошо. Даже мы сейчас с вами потестируем. Я вам поставлю. Сейчас найду, где там ожива. За счет того, что у героя встроенного уклонения плюс 3000. То есть такая вот сборка, вроде казалось бы, будет. Ну, здесь можно еще чаргу поменять на другую. Давайте сразу поменяем. Ставим на атаку чарку. Вот плюс добавили 40 атаки, а за счет того, что у меня собрано 7 созвездий, ну, можно и 6 собрать, то есть на уклон сейчас он будет уклоняться и, соответственно, будет себя хилить, плюс дамаг. Как оказалось на практике, я вам скажу так, если он не работает уклон, не работает, соответственно, урон, не работает отхил и прочее, то есть, по сути, мне эта эмблема не понравилась. Сейчас я вам постараюсь найти топа, просто показать, что оно не всегда спасает. Против некоторых талантов, скиллов нельзя вернуться. Ну, в большинстве случаев вроде как бы да, но есть такое понятие, как недомогание. Как видите, дамага он много не наносит особо. То есть дамажит вроде казалось бы 150 атаки он сейчас должен разносить, но, к сожалению, его уже один раз ушатали, и сейчас, в принципе, его еще раз ушатают. То есть против недомогания вы ничего не сделаете. Даже если учитывать то, что здесь вроде как бы мега крутое уклонение, там куча всего. Талант сам по себе, ну, такое. То есть дефа никакого нет, получается, и он сливается. Два раза его слили, сейчас, я думаю, еще и третий. Вот видите, вроде казалось бы, он сейчас должен их тут разносить, 30-й прорыв, там, а он не убивает героев. Там только Афину слил. Сейчас, может, еще оккультиста добьет.
Ну, то есть такого плана герой. Вариант есть поставить маскировку как вариант, и то она не всегда спасает, я сейчас вам покажу. То есть вроде казалось бы у нас практически он идеальный уже, да, там не хватает для фула. Вот видите, по нему все равно попадают, это при том, что у нас слон. Сейчас мы сделаем сборку для битвы гильдий. То есть оно не особо универсально. Да, она может тащить там в некоторых ситуациях, но в реальности против топов, против нескольких героев там немножко не то. Вот делаем сборку под, например, битву гильдии. Ставим сюда маскировку. На домах его собирать, сейчас мы еще с чаркой там разберемся. А на домах его собирать, ну, как по мне, бессмысленно. Одно попадание без дефа, он будет улетать только так. А вот такой вот вариант, в принципе, неплохо для битвы гильдии, но опять же, если у вас маскировка сработает правильно. Потому что в большинстве случаев маскировка бывает срабатывает тогда, когда на нем, вот, тогда, когда на нем нету его формы, то есть он не дошел в форму, соответственно, он уязвим. Как видите, его ушатали просто налегке. То есть такой вариант вроде как бы и хорош, но не особо универсальный. По чарам, что можно ему в таком варианте? Можно поставить хранитель леса, он будет давать дополнительный отхил. Ну, все же лучше, чем победный, потому что это опять же урон. Хранитель, либо Holy Conviction, хоть немножко, скажем так, мы улучшим его деф. То есть давайте Holy Conviction сейчас используем. Сейчас посмотрим, на Машке есть или нету. Деф. Вот, отлично. Так, нету только Фрэнка. Ну, не страшно. Поехали. Вариант деф. Ну, то есть чарка на деф плюс маскировка. И, как видите, нас просто землеройка заблокировал недомогание и его слили. То есть такой вариант. Есть вариант немножко другой. Есть вариант выживания. Выживание плюс ожива тоже, в принципе, неплохо. Я вам просто так покажу на эмблемке выживания. То есть это тоже вариант для битвы гильдии. Ну, лучше ставить эмблемы. То есть ожива талантом. Тогда вы можете его делать все, что хочешь ему ставить. Он два раза у вас еще резнется. Плюс маскировка, например, либо маскировка плюс выживание. Такой вариант получше тем, что он сможет успеть уйти в инвиз, но это, опять же, это не всегда так будет. Ну, вон сейчас у нас, понятно, в инвиз не уйдет. Такие огники хороши с танцем лезвий на этом, на лабиринте, на PvP локациях, на забытые. Ну, опять же, тоже видите, не особо он успевает. Даже если мы сейчас поставим ему, давайте попробуем, что там у меня есть, маскировки есть, есть, выживаний больше. Ну, это не обязательно прокачивать на максимум. А я вам просто покажу такую вариацию выживания. То есть такой вариант. Он тоже не есть всегда универсальным. То есть если вы его планируете на дальнейшее не перекачивать, то
не сильно заморачиваетесь уже. Вот. Маскировка плюс выживание, плюс чарка на деп. Можно, конечно, чарку немножко другую поставить. То же самый вариант. Блокируется, то есть он не будет у вас тащить, как бы вы его ни прокачали, поэтому не сильно, скажем так, рассчитывайте. Конечно, если у вас слабенький топ и нету топов хороших, тогда без разницы, там вы любого можете прокачать и кричать, что он будет мега крутой. Но, как практика показывает, лучший вариант это СО, маскировка, либо там ожива, либо пакт можно поставить. То есть такой вариант, он хоть будет у вас дольше жить, и так как вы знаете, когда он входит в форму, если вы не знаете, то я вам расскажу, когда он входит в форму, он отхиливает себя на фул. То есть можно не обязательно даже девятую оживу ставить, можете даже первую оживу поставить, он реснется, хилит себя на фул, потому что он сразу входит в форму. Вот такой вот вариант, да, вот поехали. Я думаю, тоже сейчас мы долго не продержимся. В основном его надо сейчас собирать не под битву гильдии, видите, вот, блокируя сразу же. Но, как видите, урона намного-намного меньше он начал получать. То есть, ну, у нас недомогание сейчас. Успеет, не успеет. Тоже не успел. Такой вариант мне больше нравится, потому что он более универсальный будет на всех локациях. Ну, видите. То есть тоже ничего сверхъестественного не произошло. Есть вариант поставить сюда вместо Holy Conviction. Попробуем Хранитель леса. Разборку на атаку я вообще молчу, она бессмысленна просто. Там ставить пакты и прочее, чтобы он там дамажил, ну, смысла нет. Попадаем оттуда. Здесь у нас есть Хранитель леса, который вроде как бы должен тащить раз в 8 секунд. Он должен вытаскивать нашего героя с задницы. Но, как видите, пошли мы в инвиз. Вроде как бы все равно ничего не поменялось. То есть против землеройки вы ничего не сделаете. Вот сейчас против землеройки реально зефир намного круче. То есть зефиру... Даже такой пусть будет зефир. Он, наверное, его все равно ушатает. Он не будет успевать отхиливаться. Давайте ему маскировку поставим. Ну, здесь сейчас идет изначально у нас отхил, но ему не страшна землеройка, то есть он устойчив к молчанию, то есть соответственно он будет у вас намного дольше жить. Плюс у него сейчас пойдет отхил от героя уже, то есть разница, как видите, в разы. Там кричали, что огник круче, к сожалению, огник не настолько универсальный, как зефир. В это во все время пониженный входящий урон, поэтому что бы вы ни делали, его убить реально очень сложно в такой сборке. Он себе будет постепенно, видите, кого бы я там не выпустил, его просто нафиг сливает. Сколько дамага. Ну, вот это три героя, которые даже ворожей то проседает. То есть это три таких универсальных имбы, которые у меня есть на сегодня. Такс, давайте теперь пошли по талантам пройдемся. Я расскажу вкратце, какие таланты ему подходят. Что можно поставить как вариант, если у вас там особо вариации выбора нет.
Вальс, я уже сказал, если вы имеете огника, у вас есть возможность наролить уклонение, можно попробовать, но такое себе. Эти все таланты, маскировка та же самая, оно все срабатывает через раз, и его будут выносить в промежутках. Это я уже показывал за маскировку, что она не особо тащит. Можно пробовать, если у вас там не особо высокий топ. Да, оно будет, вы будете кричать, он крутой, он все сносит, но когда у вас реально против вас хороший герой с хорошей прокачкой, на практике оно все не то. Вариант можно поставить. Выживание для битвы гильдии, там для PvP локаций неплохое, но опять же в топе не котируется. Пакты на урон, там расколы и прочее, я уже показал, это чисто для фарма. Пакты такое себе, но не будет он все равно пробивать мега там других героев, например, у которых будет стоять сакрифай, священный огонь. То есть ССО плюс ожива для меня крайняк бастион, это самые такие нормальные, адекватные таланты. Собирать, ставить ему огненку, многие с огненкой собирают, жизни меньше будет. Будет он отражать, ну, как вариант. То есть альтернатива тоже плюс, огненка сама по себе режет. Ну, он блокируется, то есть он, можно молчанку на него накинуть, и вы ничего не сделаете. То есть огненка, это не огненка вот здесь. Вот по чарам победный, передача энергии как вариант, приспешники для фарма, там ССК и обряд лечения для дефного варианта, то есть можно сделать с него хороший дефный вариант. У нас опять же землеройка будет блочить, давайте найдем каменку. Вот я вам покажу просто максимальный дефный вариант. Сейчас обратно же. Вариантом мега деф, поехали туда же самое, не туда напал. То есть как видите, все равно он ограниченное будет получать, без разницы сколько там будет его героев дамажить. Но когда он выйдет с формы, тут опять же, тут его блокируют, но он намного дольше сейчас держится. Когда он выходит с формы, у него есть шанс дольше продержаться. Как видите, вот такой вариант сборки держится в два раза дольше. То есть, соответственно, ну если бы не было здесь землеройки, он не блокировал, то герой бы нормально себя отхиливал и нормально держался. Но тут, к сожалению, вариантов не особо много, но продержался он намного дольше, чем все остальные сборки. То есть если вы попадете на таких героев по локации, там в ЗБшке, в лабиринте, такой вариант классный, то что он снимает бафы, дебафает, то есть наносит урон и парализует, то есть да, герой универсальный. Но вариант, как бы, у каждого право выбора свое, кто хочет прокачать его на атаку, от него толку от атаки сейчас нету никакой, кто хочет прокачивать его на деф, либо делает что-то нейтральное. То есть я вам показываю, вы пишите в комментах, какие сборки используете вы и с чем. То есть для меня на сегодня самое актуальное — это СО, это живо, это выживание на нем, плюс там на фарм смотритель, берс, расход, все. Остальное все там ставить, бастион можно ставить, можно ставить пакт, рвение, он будет с любым талантом классный. Все зависит от того, что в итоге вы потом хотите от него получить в топе. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.